Это деревня Поречи. Название не самое уникальное для территории Беларуси, таких деревень несколько. Но мы смело можем назвать эту деревню уникальной, потому что это деревня-праведница. 40 еврейских детей спасли жители этой деревни во время Холокоста, во время Второй мировой войны. Под угрозой собственной жизни и жизни своей семьи они спасали еврейских детей от рук нацистов. И сегодня эту историю расскажет нам ребенок войны, узница Минского гетто, единственная живая свидетельница тех событий, которую спасла эта деревня-праведница Поречи. Эта хата была такая развалюха, она же была вдовой, и сын у нее был. Здесь стояла одна комната, значит, стол и две лавы. В палате было над печкой, печка там, к той стенке, и лучина горела. Это была такая скобка, вставляли лучину. А это были сараи, это сарай был для дров, для всего. А сенцы были большие. И что мы делали? Мы собирали этот сок и ставили. Вот. И ягоды собирали, грибы. Вот то, что могли. А вот здесь жил Борис. И когда немцы устроили марафон, мы бежали вот сюда же, в лес. Как он отстал от нас, я не знаю. Но отец его влез на дерево и увидел его. И принес, он был ранен. И я еще тоже. Все окружили его, смотрят. И я влезла. И смотрю, такая маленькая ранка, дырочка. Думаю, что из-за этого помирают. Вот здесь, вот здесь. А здесь центральная улица, и все новости, и речка, и все новости, чтобы сидеть здесь и видеть все новости, знать. Так мы с Васькой дрались за место на лаве возле окна. Нас вместе с ними, с крестьянами, и каждый брал свою подопечного, уходили. Здесь болота страшные. Здесь такие были болота. Я их вижу, лица этих людей. Какая доброта. Поэтому я всю жизнь говорю, только добро спасет мир. Не красота, а только добро. Я даже рада, так жила, здоровы были. Таких людей нема. Убегали, я помню, но убегали же как-то своими там всеми где-то на лошади, кто как и как у землянки. Мы на здесь для меня вернулось в детство. Я помню, как я гойсала на лошади вот здесь, за гриву уцеплюсь и пошло. А паромчик, вы помните, на речке? Это на речке, да. Был паром. Я помню, как это самое самолеты низко немецкие. Низко, да. Помните? И мы в речку, только головы наши были видны. И мы в речку ховались. Да. И вот здесь картошка росла. Не лес, а картошка, если помните, вот туда за хатом. И немцы летят, и так раз в эту картошку. Да. Самолеты. А и какая бедность была, какая бедность. У Палади и у всех не были настилены полы земляные. Да. О, не вру я помню. Нет.
глиной покрывали, если было. Да. Если не было, один песок, утоптанный, так. У хати стоял стол и лавы, все. Вокруг лавы. Да. А спали все, сено приносили, и сено. Все, да, были, и ну, все. И лучина. И лучина светила, да. И все. Ну, войну помню. Посадили у лес бегать за птичь. Ну, опасно. Надо было спасаться. Когда в 43-м году меня спас крестьянин из Узлян, он привез меня в партизанскую зону, здесь была уже партизанская зона. Это необыкновенные люди. Ну, нет таких людей нигде. Я объездила полмира, таких людей нет. Я удивлен, что я никогда не слышал об этой потрясающей истории, о том, как здесь, в этой деревне, спасли более 40 человек. Как сказано, что у нас тот, кто спас хотя бы одну душу, он как будто спас целый мир. Нет. Здесь говорится про 40 человек, потому что каждый человек, каждый из нас, он отражение мира в миниатюре. Поэтому самое лучшее, что мы можем сделать, помнить о них и взять этот урок для себя, как мы будем вести в сложных ситуациях. Все оставшиеся живых после Минского гетто вышли замуж, женились, нарожали детей и дали очень много для Белоруссии. Я стал врачом только из партизанских госпиталей, потому что меня там лечили по полной программе. Моя дочка врач, у меня жена врач, у меня внук врач. И то есть мы дали 3 поколения врачей, которые будут лечить вас, которые будут лечить ваших детей. И поэтому огромное спасибо этому жителям этой деревни. Здесь присутствовали все в основном послы. И был немецкий посол. И когда ему дали слово, он сказал: я выступать не буду, мне стыдно. Я хотел бы еще огромный, большой привет передать от наших друзей из Великобритании, несмотря на сложную обстановку и с пандемией, и с другими различными факторами. Они всегда с нами, они всегда хотят, чтобы мы знали, что их сердца и их отношения всегда вместе с нами, а особенно с вами, с бывшими узниками. Я читал много историй о войне, но приехал сюда, в эту деревню Поречи, чтобы своими глазами увидеть, посмотреть на памятники. И это очень за душу берет, очень трогательно слушать эти истории.
те, кто были в Поречье, это была одна семья. И после войны, и всю жизнь мы принесли все, как говорится, вместе. Родные и близкие люди. Никого уже нет, я одна осталась из этой 40 детей. Навряд ли я смогу сюда приехать еще раз.